Большой ремонт. В этом году в городе участки своих сетей перекладывают сибирская генерирующая компания и Барнаульский водоканал. Все работы были заранее согласованы с мэрией. Не только для того, чтобы предупредить водителей о перекрытии важных транспортных артерий, но и чтобы сработать синхронно с дорожниками. При подготовке к ремонтной кампании мы всегда со всеми нашими инженерными службами, это не только СГК, это водоканал, это сетевые хозяйства, это газовики, то есть мы всех собираем, раздаем наши планы и получаем обратную связь о том, где планируются работы уже у собственников сети. Тем самым как бы происходит синхронизация. Значит, не будут раскапывать уже уложенный асфальт, и автомобилистам не придется еще полгода ездить по щебню. Синхронно завершат работы по замене участка теплосетей на пересечении Ленина-Пионеров. По ремонту коллектора на участке Ленина-Чкалова и на улице Аванесова. Кстати, на последнем участке значительно сократить площадь открытых работ удалось за счет метода горизонтально направленного бурения. Если бы мы открыто раскопали, вы бы здесь увидели такую же ситуацию напряженную с коммуникациями, которые лежат параллельно, поперек дороги и всяко разных по диагонали. Поэтому работать и было принято решение методом ГНГ. Кстати, работы на участке Ленина-Чкалова завершат 4 августа, а на новом рынке движение полностью откроют уже 3 августа. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком.